В конференц-зале администрации городского округа событие не массовое, но очень значимое. Сегодня сюда приглашены 7 щелковских и 1 фряновская семья, чтобы получить социальную выплату на приобретение жилого помещения. Свидетельство вручил глава городского округа Щелково Алексей Валов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы любая семья чувствовала определенную опору, поддержку. И в силу своих возможностей стараемся это делать. И для многодетных семей, и для просто семей, когда они приходят к своим насущным проблемам, стараюсь помочь во всем. И только семья, только ее внутренний генетический код влияет на развитие всего гражданского общества всей России. Только семья – это та ячейка, в которой рождается будущее этой России. Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в Щелкове с 2011 года. И за это время безвозмездную финансовую поддержку на покупку квартиры или дома получили 65 семей. Средства выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. Семья из 2 человек получает около 850 тысяч рублей, из 3 – 1 090 тысяч, из 4 – почти 1,5 миллиона. А молодая семья педагогов Кочеровых, в которой 4 детей, получила свидетельство на сумму более 2 миллионов рублей. Молодцы. Спасибо. Молодец, сынок. Вот молодец, да. Смотрите. 2 182 874 рубля. Нормально, я считаю. Денис и Галина Кочеровы переехали в Щелково из Тамбова 8 лет назад. Тогда им вполне хватало однушки в микрорайоне Богородский. Не то, что сегодня. Приехали мы сюда вообще вдвоем? Да, приехали вдвоем. Сейчас мы уже вшестером за это время. И, конечно, для нас это большое подспорье, потому что тогда приехали по принципу, где было самое дешевое жилье, на что хватило, то и купили. И сейчас мы проживаем в однушке. Конечно, для нас это мало и тесно. Чуть больше года назад Кочеровы узнали о программе и обратились в отдел жилищной политики районного управления имущественных отношений. Чтобы вступить в программу и получить 35-процентную субсидию на улучшение жилищных условий, молодая семья должна соответствовать определенным требованиям, и они достаточно строгие. Кочеровы прошли. Собрали все документы и вуаля. Не ожидали, что так быстро на самом деле, потому что вот откуда мы приехали в Тамбовскую область, у меня там сестра ждала 8 лет. То есть здесь, я хочу сказать, что Щелково, конечно, впереди планеты всей. Впереди у многодетной семьи теперь приятные хлопоты – подобрать новую просторную квартиру, в которой будут подрастать Иван, Николай, Алексей и Александр. Ирина Микеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».